Лондон. Когда-то все было неплохо. Теперь протесты, теракты. Людей бросают в клетки, как животных. А, ну и как можно забыть про летающих роботов-убийц? Так что да, все скатилось в дерьмо. Пришло время вернуть наш город. Но одни мы не справимся. Нужно создать сопротивление. И я знаю, о чем ты думаешь. С чего начать? Открой глаза, осмотрись. Взгляни сюда, на него. Да нет, на него. Он служил в Ми-5. Долг — это на всю жизнь. Проникнет куда угодно. Уничтожит кого угодно. Она. Вышвырнем этих уродов из Лондона! Ее, в свою очередь, вышвырнули из Оксбриджа. Она учила роботов размножаться. А этот чувак — полный отморозок. Ну давай, иди сюда! Раскроит череп, если глянешь на него не так. Надеюсь, мать вашу, это того стоит. И позвольте представить вам сама смерть во плоти. Это не старость, это опыт. Как я и сказал, нанять можно кого угодно. Реально, кого угодно. Его, ее, каждое секретное оружие. Найди их, завербуй их. Создай сопротивление. Вытащим мир из жопы.